Можно мне это принести? Нет. Я сказал нет. Ладно. Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Работает! Не соврала! Идем, закончим дело. Перелезем. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой. В Йотунхейм? Может. То лицо на горе – это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Великан с головой оленя. Кто он? Отец, берегись! Как он туда попал? Что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Руны. Это ответ на загадку из чаши? Они значат свобода. Попробуем. Что в загадке? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. А что бывает не вросший корень? В общем, наверное, свобода. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Так лучше, да? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезен? Я всегда серьезен. Мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны — просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие.
а мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один. 90! Готов! Приемлемо. Ого, сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь? Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Статуя, мы перебрались. Машину, конечно. Ищем путь наверх. Ого, высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет, точно. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Ого! Что это такое? Где мы? Мы в шахте. И если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Кажется, я понял. Не идет. Но может мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберем все это. Да тут полно драугров! Порядка.
твари? Да, смогу. Двигается? Нет, не вышло. Вагонетка все еще... Я вижу. Вперед! Смотри, еще фонарь. Сломан. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Дальше. Ну все, теперь мы достанем до того камня. Ты почти достал. Да ладно. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Yeah!
подходит! Отлично! Поехали! Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Ого, что это? Назад! Есть тоннель. Понял. Осторожно. Испытание. Наверное, гномы прорубили туннель вокруг великаних ловушек. Удачно. Ну, для меня... Да ладно! Лучше помолчи. Подъемник. Глядишь, до вершины доберемся быстро. Помогло. Или нет. Все равно тяжело. Ура! Снова поехал. А когда доберемся до вершины, далеко оттуда будет видно? Видим озеро. А мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Надо больше тревожиться. Мы на месте? Нет, мы застряли. Сколько еще подниматься? Я не знаю.
На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. Вроде обошлось. Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы почти на вершине. Нас теперь ничто не... Спокойно, мальчик! Держись за мной! Ладно! Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Застывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. Да, ладно. Слышишь? Там кто-то кричит.
Я знаю, что делать! Готовься опустить кран по моей команде! Я не знаю, как он работает! Мне все равно! Будь готов! Смотри, где хватит. О, не важно. О, что за мерзость? О, что за мерзость? О, а что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Сам уже разобрался? Ну, совсем молодец. Недавно мы охотились не только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, да. И с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю. Просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. А мне нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Oh!
тяжелый бой. Уже скоро, мама. Смотри, вершина! Мы совсем рядом! Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой! Спокойно, гляди под ноги. Ты ведь тоже это слышишь? Да, помолчи. Тот человек, что приходил к нашему дому, ты же вроде убил его. Шш. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну, а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся и выбьем тебе второй глаз. Не забывай, мы повсюду. Так и будет, правда? А, ну вот и выли. Да,
Йотунхейм! Мы отправимся в Йотунхейм! Мы найдем затерянный мир великанов! Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший. Ты ему голову отнесла. Ничего себе! Это, наверное, ветвь мирового древа. Сын, не сходи с пути! Да, да, да. Если оживим голову, спросишь. Своих? Твою семью. Да меня и маму. Откуда ты родом? Кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Понял. Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, как попасть обратно к ведьме, сын? Сперва найдем лодку. Хорошо. И куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по двум причинам – ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Можно остановиться здесь. Вода убыла. Когда змей вылез. Да, я помню. Я знаю, ведьма многое умеет, но сможет ли оживить голову? Она вроде искусна в своем ремесле, и терять нам нечего. А если не получится, мы голову себе оставим? Нет, но можешь скормить ее рыбам. Ладно. Можно идти.
Похоже на выход. Назад, асы. Похоже, богам тут не рады. Вон она! Надеюсь, она нас помнит. Привет, Чёрли. Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что ее так зовут. Отец, она здесь! Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? И я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти. И я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунгард – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Мимир, почему Фрея плюнула тебе в лицо? Нет, говоря о Бальдре. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдр неуязвим, ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Разве? Откуда взялась его сила? Если я верно помню, это связано с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Мимир, мы на озере. Хорошо. Причаль у моста. Голова, как поговорить со змеем? На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Это рог. Хорошо, дай мне под... Смотри! Вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статуи. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь.
Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решай. Как попасть к резцу? Нам туда, к статуям гребцов, а потом между ними. Фрея плюнула тебе в лицо. Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Хватит. Никаких историй пути. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Я потом закончу. Резец такой особый. Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Ты убил его? О, нет. Он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Оборотень! Опасный зверь! Убьем его вместе! Гляди, кристалл снова сияет. Нужен резец? Да, самый кончик. Очень-очень большого резца. О, отличный ход. Что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия.
враги